Здесь у нас опять же телевизор, здесь станет диван, трава будет висеть. Теперь они сами решают. Наконец, в своей квартире Александр и Мария стали участниками программы льготной ипотеки и взяли кредит со ставкой 5%. Осталось только ремонт провести. Ну, мы раньше жили у моих, ну и живем до сих пор у моих родителей. Ну, конечно, сейчас своя квартира – это очень хорошо. Очень рады тому, что мы приобрели свою квартиру, потому что мы уже будем, ну, как считаться, наверное, полноценной семьей, что отдельно жить будем. Не семья в семье, как бы, а уже как бы своя семья. Ипотечная программа с государственной поддержкой действует для семей, в которых родился второй и последующий ребенок. Она вступила в силу с января прошлого года. Льготный процент распространяется на весь срок кредитования. В банках отмечают, благодаря улучшению условий, количество желающих получить такую ипотеку растет. В рамках программы ипотека с господдержкой, банк ВТБ, первый на рынке, применил дополнительный дисконт к процентной ставке, утвержденной правительством Российской Федерации. Мы ожидаем, что востребованность программы будет расти благодаря комфортной ставке по кредиту и привлекательным условиям. По данным только одной кредитной организации, льготную ипотеку взяли уже около 200 семей, живущих в крае, а общая сумма превышает 300 миллионов рублей. Причем те, кто уже выплачивает займ по более высокой ставке, могут присоединиться к программе и рефинансировать свой кредит. Андрей Дреер, Андрей Печоркин, День с толком.